Ну, возвращение послов в Беларусь вовсе не означает, что Евросоюз потерял бдительность и больше не следит за развитием свободы и демократии в других странах. Теперь вот пальцем грозят Украине, к которой до сих пор отношение было, в общем-то, весьма лояльным. Сорван намеченный на эту неделю саммит европейских лидеров. В Ялту отказались приехать главы 12 государств. У кого-то возникли неотложные дела, другие – Германия, Чехия, Румыния, Албания, Хорватия и Черногория – назвали одну и ту же причину. Это ситуация вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Напомню, что в октябре прошлого года Тимошенко получила приговор 7 лет лишения свободы за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. И теперь находится в Харькове, кочуя между местными колонией и клиникой. Ситуация еще больше обострилась после скандала с возможным избиением Тимошенко конвоирами и голодовки, которая продлилась около 3 недель. И вот в среду экс-премьер начала все же принимать пищу и вновь переведена в центральную железнодорожную больницу города Харькова. Здесь за ней присмотрят немецкие медики. Именно они будут определять тактику лечения, а все необходимые лекарства они уже привезли с собой. Диагноз – хроническая грыжа межпозвоночного диска. Были сообщения, что услуги врачей из Германии оплатит харьковская администрация, но адвокат Тимошенко заявил, что все расходы возьмет на себя ее семья.